Сегодня днем в 12:35 на проспекте Мира возле здания городской больницы произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили нам в ГИБДД, водитель, управляющий автомобилем Ford, при выезде с прилегающей территории микрорайона номер 10 не уступил дорогу транспортному средству Honda, в результате чего произошло столкновение двух машин. Оно, в свою очередь, стало причиной наезда автомобиля Ford на стоящее транспортное средство Toyota. Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет. В данный момент по факту ДТП проводятся проверки.